Всем привет, с вами снова я, Ведьмак, и мы проходим игру Deus Ex. Да, молодец ты, молодец. Вот назойливый в этой игре персонажа. Ничего к ней не делаешь, не подходишь, не трогаешь, блин. Нет, он обязательно начнет говорить с тобой. Мы находимся на заброшенной бензоколонке, где, собственно, занимались спасением вот этой вот девушки. Дочери доктора Сэвиджа, который нам обещался помочь, ежели мы спасем ее. Так, ну, в общем-то, мы ее спасли. Вот, и теперь было бы неплохо выйти из этой гребаной бензоколонки. Так. Жесть. То есть... Икар и Дедал, два искусственных интеллекта в прошлой серии у нас объединились в одну сущность. Вот. Какого-то Гелиоса. Ну, Гелиос это бог солнца. Да умри ты. Вот. Я не знаю, что в конечном итоге этот монстр Франкенштейна нам даст. Блин, я офигеваю, ну как можно не прорубить-то здесь, а, дырку? Ну что за глупость? Ладно. Давайте дальше продолжим наше победное шествие по этому месту. Так. Это там кто? Что за бомжи? Хотя, мне туда что-то не очень хочется спускаться. Где-то еще какое-то место есть. А, там же вертолет стоит. Тут, блин. Так. Давайте скажем этой нашей подружке, что можно идти. I'm ready. Да, молодец. Вперед. Вперед. А зачем ты закрыла дверь? Очень вежливая, что ли? Что у нее за костюм? Латекс, что ли? Давай, давай. Двигай копытцами. Не останавливайся. Но, насколько я могу судить, здесь никого нет. Опачки. Ага. Был бы у меня еще ключ. Я бы мог его открыть, наверное. Но ключа у меня нет. И да и хрен бы с ним. Полетели нафиг отсюда. I'm gonna make another try to reach the ocean labs UC. Sure, I'll drop you off on the way. Ну, эта миссия у меня заняла где-то минут 5 времени. Всегда бы так. И мы полетели на нашем супер-мега вертолете в неизвестность. Из неизвестности в неизвестность. База подводок. Ох, ну, я так подозреваю, что украсть подводку будет дьявольски сложно. Потому что иначе никто бы не стал эту миссию делать, правда ведь? Вертолет так пафосно улетает. Да, мне надеялся, что здесь будет укрытие. Там ходит бешеный бот, с которым я вообще не хочу связываться. Взорвать я его, конечно, могу, но проблема-то в том, что когда поднимется тревога, начнется пальба, беготня и прочее, Я пока даже не знаю, где нахожусь, сколько вокруг врагов. И куда мне, собственно, идти? Изображение. Офигеть! Просто карта... Ладно, на грани фантастики. Вот что я хотел сказать. Так, я сохранился на статичный сейф.
Да, сохранился. Ту-ту-ру-ту-ру-ту-ру. Мне кажется, так будет проще, чем обходить все это по берегу. У меня, конечно, акваланга больше нет. Там, видимо, моя подлодка, которая мне нужна. Чтобы ее достать, надо зайти в это здание, а чтобы зайти в это здание, нужно зайти в то здание. Там плавают какие-то мужики. Чё меня бьет? А, мужик там забегал, да? Ай! Да хватит меня бить, ну! Так, все понял. Идея проплыть была не такой уж хорошей. Значит, придется идти через это здание, что же еще остается. Избегая роботов и выводя из строя по возможности врагов. Пошел ты. У-ху! Ракеты. Обожаю ракеты. Что ты делаешь? Прекрати! Да, словил! Открывай! Ай, почему? Я думал, это от этого. Код я взял только что. А куда? А, вон там вход, да? Блин. Бот, по ходу дела, успокоился, да? Ну как, он меня потерял. Бедняжечка. Быстрей! Быстрее открывайся! И теперь закрывайся. Ох. Так. Первая часть нашего гениального плана приведена в исполнение, уважаемые господа. Поэтому нам нужно сохраниться. Фонарик не нужен. Спокойно. Может быть, если они еще живы. А я думаю, в первую очередь я столкнусь со солдатами, да, вот этими вот. Смотрите, говорит, в голову. Сначала убить меня. Так, камера. Нахер камеру. О, это что за кто? А, так вот кого они там выращивали. Ты гребаную тварь, которая плавает и кусается. И она меня, видимо, убила в прошлый раз. Я ее даже не заметил. Окей. Нельзя в воду подать электричество, например. Something tells me you don't have permission to be down here. Don't even think about setting off an alarm. I was just going to suggest that you avoid the guards. You could swim through this tank to a feeding hole in the storage room. The hatch code is 1223. Watch out for the Karkian, though. Great. Maybe I'll give it a try. Ага, гениальная идея проплыть через воду с крокодилами. Мне что-то не улыбается. Да отвали ты от меня, дебильная камера, ну. Да я лучше всех охранников перебью, да пройду как мне надо. Чем буду там плавать, убегать от всех. Это, конечно, стелс-вариант, но... Я в нем не вижу большого преимущества. Так, это что? Какой-то склад. Патроны, которые мне не нужны. А вот граната пригодится. Гранаты как раз я использую. Вентиляция. Давайте посмотрим, куда нас может привести вентиляция. Ага, сюда она нас не приведет. А с другой стороны что? Так, вентилятор. Вентилятор. И... Мы вернулись. Да, откуда пришли? Ну ладно. Ой. You, Denton? Savage said to expect someone on a mission to the Ocean Lab. Опять меня на диалог поймали. From my UNATCO days, but it seems to have stuck. I have a map of the facility. Also, you can use my log. Чувак с гранатой. О, смотри, у меня граната. You will need it for the computers and the. Thanks. My situation.
Идиоты. Ну, сами виноваты. Так. Я даже не понял, что мне за картинку дал. Ой, я здесь все равно ни хрена не понимаю. Просто ни хрена. С таким качеством картинки. Поэтому придется опять пробираться самостоятельно. А, видимо, вот это вот отверстие для кормежки, да? Через которое мне предлагалось плыть. Но... не в этот раз. А зачем сюда? Ага. Ага. Куда это мы попадем в результате? На крышу, да? Ну, был бы я снайпером, я бы сейчас убил вот этих вот ребят. Поскольку я не снайпер, скорее всего, они меня убьют. Кто тебе, дураку, дал в руки этот гранатомет? Объясни мне. Даже не гранатомет, а, не знаю, ПЗРК какой-то. Сукин сын, блядь. Так. Нет места. Я знаю, как сделать место. Я сказал бросить, потому что все это мне уже ни к чему. Да сколько же она места занимает, а? Давайте так попробуем. Да, похоже, еще больше места, да? Все, повыбросим. А, нож-то откуда у меня взялся вообще? Так. Да, как-то не очень рационально у меня место распределено. Ставлю только то, что чем действительно пользуюсь. И вот эта ракетница, я думаю, мне пригодится. Ты скотина, это вот он, нифига себе, с какого расстояния он засадил. Козел, блин. Ну, я даже не знаю. Я очень медленный. И чё его не убило? Меня, главное, убивает с этих выстрелов, да? А их не, им похеру вообще. Замечательно. Просто вот, до лампочки. Да, хватит. Порвался. Бедняжечка. Какая она косая. Сколько у нее интересных патронов? Стерва. Меня бесит, когда противники игровые бегают хаотично, как дебилы просто. Совершенно непонятно, куда он побежит, зачем он побежит. Ладно. Что-то пока не очень получается мне застрелить их всех. Видимо, придется старым добрым методом. Не этим методом. Так, а я не спрыгну, да, на нее? Надо вниз спускаться. Окей. Блин, на лестнице еще не удержишься. Пошел ты. Опять нож поднял. Да чтоб тебя прикорёжило. Так. Восстановим энергию. Выбросим ножик. Смотрим, что по здоровью там. Восстановить это. Восстановить это. Так, главное, чтобы не подняли тревогу. Да, ну хватит мне ножи свои пихать. Чёртовы извращенцы. Ну,
Не надо! Грёбаные огнеметчики. Вот вас я боюсь вообще просто... больше, чем кого-либо в этой игре. Потому что огнемет меня просто убивает. Хотя здесь, конечно, вода кругом, но все равно сжигает он жизни. Только так. Да никого здесь нет, успокойся. Может, у тебя какой-нибудь ключ есть? Угу. Ножик. Ладно, не буду уже выкидывать ножики, раз все равно мне их заново пихают. Так, это сейчас мы уходим под воду, в нейтральной воде. Так. Я прослушал, что он говорил. Блин, тупая камера. Так, ты же не против меня, да? Да, я Дентон. I've been in contact with Dr. Savage. Да как вас еще в плену держат, если вы связываетесь с этим, со всеми подряд? Use the security terminal, login tech, password Sharkman. Sharkman. Be discreet about it. It's... Whoever's out there, aim for the head. Кто уж по мне лупит-то? Кто-то бегает. Твою мать, ну хватит! Урод. Ладно. Че? А, ну, альтернативный способ получения пароля, ну... Вот этот? Тех... Шаркман... Окей. Камеру выключить. Дверь открыть. Зашибись. Сохранимся. И пойдем дальше. Да твою мать, ну откуда ты взялся-то, упырь? Козлина. Так, вот моя подлодка. А зачем ее лазером пилять? Непонятно. Жаль, не дадут поуправлять ею. Ой, а что здесь все умерли? Океанское днище. Окей, мы куда-то приплыли. Можно даже так сказать. Ну, приплыли. Понятия не имею, кстати, куда. Вообще, географическая эта игра настолько разрознена, что у меня цельного впечатления не создается. То есть набор отдельных уровней. Careful, JC. The Ocean Lab's electrical systems are waterlogged and misfiring. Turrets and security systems won't behave like you expect, and the transgenics have probably sprung their cages. Окей. Так, ладно. Я думал, может, в теле находится какой-нибудь ключ. Точнее, на теле. Здесь какая-то авария произошла, да? Я не дочитал. Да, блин. Завещание и какого... К черту я накалывал. Чего? И кого к черту я накалывал? Ридли был предателем. Не имея понятия... На кого он работал, и в общем-то мне все равно. Он уже мертв, он был одним из ученых. Он поставил взрывчатку, затопил половину лабораторий. Убил большинство остальных дистанционно, когда роботы и турели стихнулись. Компьютерный вирус. Что-то все время лепетало от тех иллюминированных перед концом, пока я не пустил ему пулю в лоб. Это лучшее, что он мог заслуживать. Одна из этих тупых турелей попала мне в почки и кишки. Я чувствую, как я истекаю кровью. Кто-то должен знать, что случилось. Я знаю, они потом вернутся. Команда разбора здания, так они называют ее. Но мы уже все будем мертвы тогда, так что убирайтесь отсюда. Завещаю все свое им. Говорит, в почки и кишки, прям. Знаток. Судя по всему, сейчас будем воевать по большей части с электроникой, да? В том смысле, что... Ой,
кракозябры плавают. Зачем вы его жрете, сволочь? Что такое? Бум. Интересно. Боже мой, как ты страшно разговариваешь. Что? Какой намек? О чем вообще речь? Я вас не понимаю, ребят. Вообще я занят. А ты иди сюда, давай. Как ты это сделал только что? Годовая граната. Ну, понятно, это что такое? Плазменное ружье. Да, впень твое плазменное ружье. Им невозможно пользоваться так, чтобы себя им не убить, а убить кого-то другого. Так, ну я взял кодовую гранату, замечательно. А выйти я отсюда смогу? Это радует. Так. Бесполезно. Камера на нас пялится. Еще выше поднимемся. Ой. Сходу так, бдж. Пип. Пип. Так. А зачем ты две бросил, козел, блин? Непредсказуемый Дентон. Заколбасило. Окей. Я тем временем взломаю терминал. 5 Majestic 12. Ох. Мне интересно, что будет, когда я доберусь до этого Боба Пейджа. А, да я даже до Уолтона Саймонса еще не добрался. Блин. Чё за... Так, окей. Я ничего не понял. Но, видимо, нужно было сделать по-другому. Ой, нет, не так. Это слишком сурово. Отпусти меня. Сейчас мы пойдем просто и взорвем эту гребаную турельку. Ибо... Нехер. Все? Какое счастье, мать твою. Так. Вообще, конечно, устраивать взрывы... Находясь при этом на подводной базе, это, по-моему, самое глупое, что можно сделать. Нам, по-моему, выдали что-то. Нет. Ничего не выдали. А, логин подводной базы ученых Аппин... Блин. Аппинкертон, антеннопедия, кошмар. Да, блин, я неправильно набрал. Антеннопедия, ну все правильно вроде бы. Значит, это что-то другое. Иди в жопу. Еще бы дум. Мозг себе сношать. Так, поломанная турель. Маджестик, ничего интересного, короче. Дверь. Окей, куда мы пришли? Турель. Ну да, как я сказал, воевать мы здесь будем. С турелями и прочей херотней. Не-не! Лежать. Труп. Не отсюда. Так. О, огнетушитель, кстати, мне пригодится. Тушить, собственно, себя. Было бы его еще куда положить. Да, газовую гранату надо выбросить. Взять огнетушитель. Он помогает, когда персонаж находится в огне. Ну, точнее, горит, грубо говоря.
А, да, конечно, для мультитула нет. Ну, блин, даже не знаю. Придется, видимо, все-таки выбросить огнетушитель. И постараться избегать огня. Мультитул, потому что заметно важнее. Я подозреваю, что ключ отсюда. Да. Иди сюда, хрюкалка. Ничего нет. Еще одна хрюкалка. Ну, курица. Давай, до свидания. Аптечка. Не помогла тебе аптечка, судя по всему. Ага, тут сидели эти крокозябры. Замечательно. Ай, пусти меня. Не открывай на меня рот, сволочь. Комнатное растение под водой. Окей. Не открывается. Проверим вот эту дверь. А там бьет током, я слышу. Нет? Мне показалось. Не совсем ясно, в чем суть. Ну ладно. Так. Еще одна ктулха плавающая. Интересно, она может бить под водой? Биобатарея. Окей. Так, это крокодил. Еще одна уродина. Да, расплодились, вот тут, однако. Ну, пусти меня. Так, что тут у нас? Что? Да. Код туннелей. Еще раз. 5690. Окей. Будем знать. Еще одна крокозябля. Да сколько у вас тут, блин, плавает-то? Мы ничего не нашли. Дверь закрыта. На ней даже написано sealed. Secure. Кодового замка нету. Так-то между делом, чтобы открыть их. В чем тогда смысл этого кода было? А, вон. К этому, видимо, можно применить. 6.90. Отлично. Продвигаемся дальше. Окей. Okay. Так здесь током бьет. Можно эту хрень отключить? И как всегда, ждем, пока взломается. Очень полезно. Или я что-то там. Ладно. Просто. Угу. Кракен. Обойдите охранную систему логином Ocean Guard с паролем Кракен. Окей. Блин. Ой, что там за трактор? Давайте сохранимся, на всякий случай. И будем потихоньку выдвигаться. Так. Видимо, какая-то бурильная машина, что ли. Ой. Да откуда ты? Да бей ты ее. Да. Блин, а почему вот этот яд не лечится? Да! Ой, что было? Твою мать, не. Это не вариант. Я включил рычаг, и меня тут же убило. Ребята! Козявочки! Все, успокоились. Можно на этом
счастливом моменте сохранится. Так, это включает электричество, но бьет током, смотрю, всех и сразу. А, да, это бурильная установка. Ой, это она странная. Ну, пусти меня. Эй! Да ладно, не обижайся, что я тебя странно назвал. С кем не бывает. Хреновины жили. В тени спрятались, так сказать. А, ладно. Давайте пойдем в комнатку, которую заметили раньше. Ой, здесь большая крокозябра. Заткнись, заткнись, заткнись. Тебя не спрашивали. Ключ доступа в модуль экипажа. Окей. Видимо, от той двери. Стараюсь больше не включать рычаг, убивающий всех. Так. Мы ближе к цели, я так понимаю, да? Комната экипажа какая-то. Ну, как экипажа. Просто бараки. Ну и хрен бы с тобой. Не буду на тебя отмычки тратить. Тихо. Только не плеваться. Универсальный конструктор. Ладно. Тоже закрыто. Тоже закрыто. Ну, не думаю, что там очень что-то полезное есть. Поэтому пойдемте дальше. Камера. Пыток. И турель. Пыток. Камера на меня никак не реагирует, что характерно. А турель сразу стреляет. Ну да. Как мне сказали... Охранная система ведет себя крайне странно. Да я же нажал. Хватит по мне шмалять, ты, уродина. Что-то знакомое. Человек, который был четвергом. Да, по-моему, я это читал. Когда-то. Ой, нет. Не то немного нажал. Вопрос на засыпку. Какого черта я сюда пришел? Ага. Падла. Вниз. Как ты вообще... Да. Ладно. Блин. Что-то я энергию жру, блин. Как семечки. Спустились еще ниже. Мама! Я успел ее обезвредить, да, но взять не могу. Это хорошо. Здесь больше нет гранат. Ну, как всегда. Да, 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 очередной всемогущий урод. Все как обычно. Сколько у вас таких было? Всех поубивали. Желающих всемогущества, бессмертия и так далее и тому подобное. Ну, куда-то мы пробрались, конечно, знать бы еще куда. Вентилятор. Эй, как вы думаете, прыгать на вентилятор хорошая идея? Я думаю, не очень. Там вижу крокозябру. Сволочь зеленая.
тоже вентилятор. Блин, нифига себе здесь разрозненная сеть воздуховодов. Если это воздуховоды. Почему-то они бетонные. Тоже вентилятор. Тварь успела плюнуть. Так. А так? Она же вроде меня от токсинов должна защищать. Видимо, не очень защитила. Едем дальше. А тут кругом вентиляторы, ну что такое? Цель у нас... вернуть схематику. Окей. Крутится такой. Возможно, можно спрыгнуть здесь, я не знаю. Пока я пытаюсь найти какой-нибудь более простой способ пробраться. Потому что прыгать сквозь слабости вентилятора, ну... задача не самая безопасная. Но похоже, что других вариантов не предвидится. А, отсюда я пришел, да? Или нет? Да. Сюда мы поднялись. И этот первый вентилятор, который мы открыли. Эй, я ж тебя убил! Чё на меня уставился, засранец зеленый? Побежал. Капец. Да ты как ты у меня попал, а? Ну! Сволочь, блин. Надоели. Я же его убил, откуда он вообще выпростался? Уродец мелкий. Я открываю эти решетки для того, чтобы понять, где я был, а где еще не был. Только пойму, что везде открыты, пролезу в какой-нибудь из них. Так, ну вот этого уродца мы уже убивали. Почему я эту решетку не открыл? Вопрос, вопрос. Это уже открыто, там дальше открыто. Еще в середину ведет вроде бы какой-то проход. Сейчас мы воспользуемся. Блин, как медленно. Ага, ну все понятно. Похоже, других вариантов не предвидится. А, так и сюда пролезть нельзя, да? Ой, ой. Понятно. Его можно было, оказывается, сломать. Чего такое? Просто уйма этих ошметков. Так, аккуратненько, аккуратненько. И вот сюда. Так. Ау. Жесть. Мне больно. Окей, вот это место. Тут пока получается везде установлены вентиляторы, просто на каждом перекрестке. Ну что ж, ладно, давайте на этом месте завершим серию. С вами был Ведьмак, прохождение игры Deus Ex. Большое вам спасибо за просмотр, подписывайтесь, комментируйте, оценивайте, приходите еще. Всем пока!